Два художника напишут одно и то же место по-разному. А что, если художников будет 14? 3 года назад такой эксперимент провели в селе Павловск. Результат организаторам так понравился, что пленэр решили сделать традиционным. Место выбрали не случайно. Здесь родился заслуженный художник России Геннадий Барунов. Уже в 3-й раз делегация из членов Алтайского отделения Союза художников России приезжает на родину Барунова, чтобы напитаться атмосферой этих мест и по-своему осмыслить, казалось бы, привычные пейзажи. Мы видим места Геннадия Федоровича, любимые места, которые писал наш земляк, немножко другими глазами, другим взглядом, и совершенно разные работы получаются. Позже художественный музей Алтайского края добавил к пленэру научно-практическую конференцию, которая собирает искусствоведов из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов. В будущем организаторы надеются расширить буруновскую палитру до Всероссийского фестиваля. Шаги в этом направлении уже предпринимаются. Например, в этом году проект получил грант губернатора в сфере культуры. Буруновский пленэр постепенно наращивает свои объемы, это и конференция, это и пленэр, это и выставка, экскурсии. И мне кажется, что это, безусловно, является одним из самых значимых событий в культурной жизни Павловска, которое и так всегда очень интересно. Проект «Баруновская палитра» становится все масштабнее, но вместе с тем остается очень личным. Среди его организаторов – внучка художника Виктория Барунова. Она – научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края. Дедушка сыграл роль в выборе ее будущей профессии. Стоял какой-то вопрос о том, как дальше с этим работать, с наследием, которое оставил дедушка после себя. И, наверное, здесь что-то я вот подумала в сторону искусствоведения, культурология, выбрала культурологию. Баруновская палитра – это не только сохранение художественного наследия. Конечно, в памяти художники поют песни, рассказывают истории из его жизни и посвящают научные статьи. Но это еще не повод поразмышлять о связи между автором и местом, в котором он творит, а также приобщить к творчеству новое поколение. Елена Самарина, Юлия Шаламова, Михаил Лифуншан. Новости.